Подошел наш очередной маленький мини-праздник Куба Бешеного Хомяка. Многие люди спорят, хотят переименовать. Фиг вам. Я думаю, наоборот, агрессии добавить больше в это название. Куба Бешеного Хомяка. Хомяк жирный. Точка, блядь. Точка. И точка, блядь, жирная. Всем спасибо, что пришли. Данное мероприятие будет организовываться каждый месяц. Пропаганда данного мероприятия идет не как турнир, а как более тренировка в турнирном стиле, но и с небольшими плюшками, такими как в этот раз. Как и обещал, каждому призовому месту, занявшие места, будет маска-гриль, только она деревянная, так что носите их сами как-нибудь. Поздравляю команду Номад Пинбол в их немногочисленном составе. Я думаю, если вас было бы меньше, вы бы заняли какое-нибудь почетное место. Молодцы, что приехали. Это, кстати, это единственная команда, которая реально собирается, тренируется, только в офисе. Каждый день, да. Все остальные раз в неделю. В электронном варианте, да? Да. Спасибо вам, ребят. Давайте поаплодируем команде Номад Пинбол. Кстати, кому нужно какие-то плюшки, оборудование. Вот сегодня оперативно было вмешательство, у парня лопнула линза на маске. Ай, что это? Ай, пятая, да? На маске, да? Да. И вот оперативно решили. Сразу говорю, V-Force лучше, он деревянный, то есть шары бьются хорошо, не лопается. Команда, занявшая 5-е место, Номад Пинбол. Аплодисменты. Хорошая команда, мне эта команда нравится. Команда «Вежливые люди» нравится тем, что, во-первых, это семья. Очень приятно слышать на поле: «Батя, я тебе сказал, дай змею!» Кричит, причем самый младший сын. Молодцы, ребят, заняли 4-е место. Продолжайте заниматься и двигайтесь в правильном направлении. Команда «Альтависта». Замечательная команда, капитан команды Юльчик. Юльчик вот так сделал. Да, Юлька молодец. Акшели. Есть такие парни, которые кинули ее перед турниром. Но есть такой замечательный человек, как Данил, который организовал всю банду в куче. И «Альтависта» участвовал на команде. Ребят, поздравляю, вы заняли 3-е место. Поздравляем вас. Давай, пойдем, деревянную тебе. Ты же хотел себе гриль? No. Вот тебе гриль. Вот тебе третья масочка. Ты же не знал, что с ней делать. Третий гриль. В туалете повесишь. Да. Так, ну, спасибо команде «Альтависта». Знаменитая команда ТПК «Неудержимые» в лице меня, в лице Намарат. Марат Анатольевич, вам медалька надо? Факу, да? Ну, детям же надо чем-то играться. И кто у нас еще бегал? А, вот. Просто бегал. Команда ТПК «Неудержимые» заняла 2-е место, тоже деревянный медаль вам. Гриль. И себе любимому. И мне. Ну и флагманы отечественного пинбола, команда «Кингсманы», которые участвуют во всех кипишах, кроме тактических. Они говорят, нам пофиг, какой кипиш, лишь бы был надувняк. Я не удивлюсь, если пригласят их какой-нибудь там порнофильм немецкий. А там надувняк есть? Да, есть. Да, все, ребят, молодцы. Поздравляем вас. Назовливая муха, блин. Она хоть снимает или просто... Нет, она сейчас натрет. Отведи лучше ее на синюю сторону. Все, ребят, для общей фотки можно поле.